Здорово, это домашний канал Аллергии, пятница 13-е. Ну что, Джейсон Вурхис готов к новой жатве. Он кровожаден и хочет много крови, много-много крови. Итак, у нас с вами... У нас с вами новый эпизод, заточение называется, заточение. Мы будем убивать с вами в тюрьме, я так полагаю, да? Следующий эпизод. Ну давайте начнем играть. И выберем мы с вами, наверное, уже... Так, смотри, открыто новый. Как раз новый особо опасный Джейсон. Это не его с вами заперли, это вас заперли с ним. Окей, окей. Начнем играть. Джейсон Вурхис признан виновным, убийцу будут, что там, судить, короче. Будут судить убийцу. Его типа поймали. Хотят посадить на электрический стул, наверное. Он восстал из мертвых. Оп. Все, был Джейсон и нет Джейсона. Преграда. Погнали. Теперь мы с вами убиваем... полицейских, пора устроить побег, Джейсон. Не дай охране помешать тебе. Да, мама. Окей. Фрейс, камбэк! Убили? Жми, чтобы сначала или понятно. Так, погоди. Джейсон, сынок, если ты любишь убивать туристов, то взгляни на игру Slayway Camp. Там тоже полно убийств и головоломок. Нет, спасибо, пока не буду ничего. Так, погоди. У нас за оружие нож. Кухонный нож только. Кухонный нож, кочерга у нас не работает. Смотри, у нас есть весло. Веслом мы пользовались? Веслом, по-моему, пользовались мы с вами. Кухонный нож. Кий есть. И золотой лом. Ну давай ножом пока. Пока ножом. Окей, назад. Так, смотри. На прицел на этот нас убивают. Так что погнали. Вот так. Оп. Замочили. Оп. Замочили. Зона смерти. Башку просто кухонным ножом оторвал. Можно сказать, оторвал ей башку. Этому заключенному. Смотри, довольный. А чё он такой довольный? Они должны были тебя оправдать, Джейсон. Это была самооборона. Да, я самооборонялся. Погоди. Если я попадаю на прицел, значит я умираю. Так? А, нет, смотри, я проскочил. Проскочил. Окей. Минус. Минус один, так. Окей, этого последний зэк. Погоди, последний зэк. Мне не обязательно убивать, короче, полицейских. Мне нужно убивать зэков. Получается, не обязательно убивать полицейских. Кажется, какая-то там бабка или что-то. Кажется, этот парень пытался убежать от тебя. Аккуратно, там ямы. Ямы. Окей. Ага. Если я сейчас... А, я в яму. В яму упаду, да? Давай-ка. Значит, делаем по-другому немножко. Делаем вот так. Наверное. Нет. Нам надо, короче, сделать так, чтобы мы получилось перед ним встали. Погоди. Надо сделать так, чтобы мы встали перед ним. И кажется, да, я понял, как это сделать. Так, так, я все правильно сделал. Так. Все, отлично. Final
проткнули просто насквозь, проткнули насквозь грудную клетку. Давай, погнали. Так, аккуратней, Джейсон, у тебя мало времени, скоро здесь будет куча спецназа. Осталось 6 ходов. Окей, куча спецназа. Так, погоди, давай поменяем оружие. Давай поменяем, давай на кий. Кием мы еще не били, по-моему. Опа. Так. Осталось, короче, 5 ходов. И как это сделать? Я, кажется, знаю. Так, 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 так. Ага, закончились ходы. Стоп. Погоди, где мы стояли? Так. Все, отлично. Просто, можно сказать, шар в лузе. Убей их всех, Джейсон. Будь сильным мальчиком. Получи добавку к кровожадности. Спасибо, мам. Отлично, она прибавила нам кровожадности. Уровень 5. Уровень 5. Пятый уровень. Так, что нам дадут? Молоток. Молоток-гвоздодер, бронзовый класс. Окей. Добавить в экипировку. Да, да, для всего. Что это значит? Давай добавим в экипировку. Бронзовый лом. Добавить в экипировку. Так, с ломом будем. Используй колесо мыши, чтобы приблизить или одолеть изображение. Оцени ситуацию с нового ракурса. Отлично, мама. А, вот так, да? Окей. Можно так сделать даже. Ну, в принципе, это ничего не меняет, как бы так. Как бы так-то, так-так-так. Окей. Так-так. Так, вот так, вот так. Ага. Нет, не так. Никак и не так. Значит, надо... Final convict. А, ну все. Да. Делов-то. Нифига, он просто насквозь прошел у него этот лом. И вылетел непонятно откуда. Окей. Охранники выглядят грозно. Не вступай с ними в открытый бой. Хорошо. Хорошо. Грозно, в открытый бой с ними не вступаем. Так. Ладно, этого убили. Опа. Ну, это было жестко просто. Сейчас это было жестко. Так, стопэ. Нам как-то надо. Так, охранника я замочил. А теперь вот этого как-то надо. Стоп. Надо как-то придумать. А здесь всего, короче, вот сюда, вот здесь проход. Не, я что-то накосячил где-то. Давай заново. Надо, получается, погоди. Убить вот этого тоже не поканает. Вот это что-то запарно. Погоди. Ну, вот этого ладно. Мы убиваем.
Этого убили? А дальше-то как? Надо, наверное, было сделать как-то так, чтобы заключенный переместился куда-то. Или нет? Я что-то путаю. Потому что... По-другому никак. Как-то очень странно. Как-то непонятно. Окей, давай еще раз. Давай заново. Стоп! Надо поразмыслить, надо пораскидать мозгами. Что тут мамочка так хочет? Чем тебе помочь, солнышко? Так, пропустить уровень, получить подсказку, получить решение. В подсказку. Видишь того плохого полицейского наверху, солнышко? Убей его последним. Ну, я понят... Да, я про это и говорил, то, что последнего... наверху, который вот этот. Его надо последним убить. Ладно, этого первым убиваем. Окей, этого убиваем первым. Дальше. Этого убиваем вторым. Просто заколошматил. А вот полицейского-то как убить? Мне надо сделать так, чтобы я, короче, убил его, находясь напротив заключенного. Как это сделать? Нет, как это сделать? Это что-то я опять накосячил. Косячник хрен. Годи. Так, может быть... Может быть. О. Вот так. Так, вот так. И, короче, сейчас вот все получится. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Вообще просто. Какое-то неуклюжее убийство. Окей, все, вот этот готов, и теперь вот этого убиваем. Отлично. Хорошо. Надо сменить, короче, оружие. Ломом уже использовали, надо сменить оружие. А раньше я готовил тебе мясной рулет, Джейсон, помнишь? Мое золото супер. Супер-пупер. Так, давай сменим оружие. Что у нас? Молотком мы уже били. А, молотком мы били? Нет, молотком мы не били, погоди. Давай молоточком. Молотком мы не били. Так, окей. Опа! Один загорелся, второй загорелся. Ага. Стоп, я что-то накосячил опять. Так, значит, делаем следующее. Нет, не покатит тоже.
Этого убили. Нет, что-то опять намудрил. Стоп. А, так. Вот это. Так, испугался? В смысле? Да ты куда? Ты чё, поджарился? Зачем ты самоубился? Эй, Джейсон, ты чё? Ты что, зачем ты это сделал? Да, готово. Один готов. Не, я опять себя загнал. Почесать репу. Так, если я сейчас перемещусь, тут убежит в огонь. И это мне ничего не даст. Значит. Значит, что? Делаем вот так. Так. Все. Вот этот огонь, он отвлекает. Знаешь, хочется, чтобы они сгорели, да? Ну, как бы напугать, чтобы он убежал и сгорел. Но действовать надо по-другому, не так. Опа, опа, промах. Да ладно, я промазал, я его не убил. Ты что? Надо ж так было, я промазал. Ну ладно, первый промах. Хорошо, так. А чё у нас мамуля ничего не сказала? Так, окей, давай-ка. Тут меня пристрелит. И тут меня пристрелит. Делаем вот так. No! Готов. Этот у нас переместился, окей. А теперь вот сюда. Хорошо. Это было легко. Это было, в принципе, легко. Блин, я вот там промазал. И, наверное, уровень я не наберу. А по-моему, там нет выхода, Джейсон. Ищи дальше. Так, ладно. Этого, если мы так вот убьем. Этого убьем вот так. Хедшот. Да. А дальше? Нет, не поканает. Мы сейчас так вот будем кругами, короче, гонять. Не-не-не-не, что-то не то сделал. Что-то не то сделал, короче, погоди. Надо, значит, убить сначала... Так. Теперь надо убить вот этого, только вот здесь, чтобы сзади него мы оказались. Как это сделать? Стоп. Как это сделать? Интересная штукенция получается. Нет, это не то. Я не так опять. Я сейчас опять буду кругами, короче, мотаться и все. Этого нам не убить теперь.
Последнего. Нет, что-то я неправильно делаю. Вот этого надо последним убивать. Убивать так, чтобы мы оказались напротив крестика. Давай-ка, мамка, что там скажешь? Получить подсказку. Тот зэк слева самый мерзкий. Оставь его на десерт, Джейсон. Слева. А. Вот этого на десерт надо оставить. Значит, получается, вот этого первым убиваем. Угу. Так, погодь. Вот этого убиваем первым, вот этого надо последним, но находиться вот здесь вот надо. Так, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Сейчас что-нибудь придумаем. Блин, а как это? И на вот так вот наперекосяк я не могу ходить. Это моя тупая башка ни хрена не соображает. Этого надо убить сначала. Сначала надо убить вот этого чувака рыжеволосого. Как это замутить? Так, ладно, вот это стартовая точка. Этот слева, она говорит, самый мерзкий, его надо оставить. Как вот с этим быть? Интересно. Надо как-то, короче, как-то обойти, чтобы мы очутились вот здесь, и его вот так вот заклацать здесь. Потом вот так, вот так, вот так. А, нет. Потом вот так, вот так, вот так, вот так, да. Надо как-то вот этого убить. Как же это замутить-то? Интересно даже, прям интересно. Но этого сейчас угнем, да, вот мы убили, но это уже все, это уже мы... И крестики такие. Нет, все, дальше нам теперь нет, не получится ничего сделать. Так. Мама еще подсказочку даст? Нет? Этот зэк слева... Понятно. Может еще? Одно и то же говорит. Ладно. Одно и то же говорит. Как же это замутить? Ай, ёп. Снова на щелку. Я снова нащелкал. Все, ну теперь вот у нас должно сложиться. Смотри. Делаем так, так, вот так. Сейчас вот этот появится, да, и его убиваем. Все. Хорошо. Кровожадность. Да, Джейсон, убей за маму. Ты очень хороший мальчик и заслужил эту кровожадность.
А, но все-таки, да, мы до 6 уровня все-таки догнали, короче, свою кровожадность до 6 уровня. Сейчас что-то получим. Опа, туалетный ёршик. Как ему убивать? Сейчас по-любому будем проверять туалетным ёршиком. Добавить. А лыжная палка. Ну, лыжная палка, можно, понятно, можно затыкать. Кровавая баня. Ну-ка, погоди. Я хочу ёршик. Я хочу ёршик. А где он у нас? О. Это из разряда дрель. Так, окей. Давай. Значит, делаем так. Да, готово. Ага, этот смотри, он напротив полицейского встал. И теперь мне его никак не убить. Я что-то намутил. Короче, надо было его в первую очередь убивать. Здесь вот убиваем его. Окей. Ах ты падла, да? Смотри какой. Но все равно я его добиваю. Да, я его добиваю. И вот так вот делаем. И что мы сделаем с ёршиком? Да ладно, он проткнул голову, он проткнул череп ёршиком, ты прикинь. Гораздо администрации. Так, осталось 5 ходов. Окей. 5 ходов. Так, нам надо администратутку, короче, захерачить. Готово. Вот это. Ах ты, смотри какой. Говнячок, закончились ходы. А-а-а, здесь же еще ходы. Сколько их сил? 5 ходов. 5 ходов. Короче, значит, делаем так. 5 ходов. Делаем так. Это получается раз, два, три, четыре. А, нет, смотри, мы так ходили уже, да? Так, ладно. А, как по-другому? Раз, два, три, четыре и пять. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, да, и пять. Оп. Разрезал просто на три части ёрш. Так, ну здесь что? Готово. Ага, все, нам теперь не вылезти. Мы теперь будем кругами сейчас ходить. Ладно, я понял. Убиваем, значит, вот так. Потом. Делаем вот так. Дальше. А дальше? Стой, опять мы неправильно сделали. Опять неправильно. Так, вот, это начало. Так, окей. Делаем, значит, так. Следующее. Все равно вот этого, наверное, первым придется убивать, потому что никак больше. По-другому никак. Мне надо. А хотя. Хотя стой. А, нет, по-любому. По-любому нет. Подумать. Это получается вот сюда. Нет. Либо вниз. Все равно вот этого убиваем.
Вот это в последнюю очередь, это стопудово. Надо, короче, как-то... Как-то. Так. Нет, как-то... А, стоп, может вот так? Да, все. Отлично. Вот так. И добиваем. Так, погоди, у нас ёршика мы уже попробовали. Давай-ка что-нибудь новое. Не дай им лишить тебя свободы, Джейсон. Ты не должен сидеть на электрическом стуле. Окей. Ломик, ладно. А чем отличается золотой ломик от обычного ломика? Давай золотым ломиком попробуем. Окей, это, короче, шеф полиции, наверное, да? Так, ладно. Опа. Опа. Так. Дальше что получается? А дальше получается херня какая-то. В любую сторону, если даже пойдем. Ни хрена не найдем. Здесь меня убьет. Он меня убьет, да, застрелит. Стопы. Стопы. Значит, делаем немного по-другому. Это получается вот так. Так. Убиваем вот этого. Все, отлично. Теперь. Блин, я не увидел там этот тупик, короче. Я понял, тут тупик. Ясно. Так, значит, делаем по-другому. Вот так. Ага. Так. Возвращаемся, короче, да? Возвращаемся, получается. Надо убрать вот этого. Теперь. Нет. Так что ли как-то? Даже нет. Что-то все. Тупик. А, нет, смотри, не тупик, ни хера не тупик. Все. А, сейчас посадим его на этот, на электрический стул. Жесть. Это, конечно, жестко. Че, силёнок не хватает, что ли? Жесть. Отлично, выполнено. Короче, эпизод пройден, друзья. Эпизод пройден. И открылся у нас новый эпизод «В жилах убийцы горячая кровь, зимняя бойня». Окей, но его продолжим мы уже в следующем
видосе, в следующей серии. Вот. И кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, хоть там мало чего добавляется, но может со временем все что-нибудь там появится. Ссылку на плейлист я оставляю в описании. И с вами был Валерий. Всем пока!